давай народ пойдем, соберем народ, порассказываем, скажем, что в течение 20 минут там будет жесть наша происходить. Пусть они подтягиваются все. День уже идет, попробуй. Итак, мы сейчас идем по какому-то... Ой, очень напугали. Все хорошо. Подходите сейчас на второй этаж, будет очень весело. Вы можете управлять... Да, будем вас ждать, можете управлять нами, людьми. Это игры реальности, новое реалити-шоу. На втором этаже вы можете давать любые задания, а мы их исполним. Приходите, берите с собой знакомых, берите с собой кого угодно, приходите. Мы вас будем ждать. Здрасте. Это у нас уникальное шоу, новые игры реальности. Вы можете нам дать задание, а мы будем выполнять любое, прямо здесь, прямо сейчас. Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести, портфель, сделать для вас уроки. Какую песню? Любую. Какую? А, любую? Нет, это о любви? Давайте о любви. Я не лягу под ноги к тебе. Чем расплачусь? О, спасибо. Игры реальности, спасибо. Правда, у нас реальности. Шоу. Подписывайтесь там, ищите. Там, да, участвуйте, давайте нам задание, мы их будем выполнять. Игры реальности. Здрасте. Короче, я попал в какой-то лютый ресторанчик. Вот. Да. А у вас можно дать концерт? Я не знаю. Есть гитара? Есть гитара у вас? А ты где ваш администратор? Можно его пригласить? Всем приятного аппетита! Хорошего настроения! Будьте счастливы! Можете писать свои задания, их оплачивать, и мы будем выполнять любое задание, которое вы хотите. Если, допустим, вы сидите дома, и вам нужна пицца... Мы можем вас развлечь! Да, спасибо! Да. Вот так присядка делаете, Маниска. Вот так. Вот так еще, да? Мамочка, Татьяна, поздравляем тебя. А ну-ка подержите, сейчас вы меня. И здоровья, счастья, радости, мамочка, тебе. Чтобы ты была здорова и всегда была. На веселье. Твои кудри, это все такое полное говно. Ты вообще не знаешь. Как ты можешь так говорить, если ты не знаешь? Что тебе еще твердить? Йоу, чувак меня только что унизил. Что, второй раунд, Фаис Васильевич? Второй раунд. Итак, давайте, говорите громче. Второй раунд. Мы бегаем здесь и все думаю, что за странные люди? В каких-то футболках белых, с какими-то камерами. Вот не люди. А мы выполняем задание и боремся за наше наследство. И Максим почему-то ко мне относится плохо с детства. Он вроде бы мой старший брат, должен был быть со мной, но я все время был один, вот это отстой. Одиночество реально грустно. А ты бы мог быть со мной. Но теперь все очень хорошо, и у меня в душе не пусто, потому что, брат, я с тобой. Может, скинемся, Ксю, на обувь какую-нибудь? Хотелось бы, да, на ботиночки мне. Сколько стоит? 14600. Так, выходим, Ксю. Пойдем в смешные цены и купим тебе туфли за 700 рублей. За 700 рублей. Мы к вам приехали. Приехали на час. Привет, бонжур, хелло. Эй, а ну скорее любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Эй, уши развесьте. Эй, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши.